Так, братва, всем привет. Сегодня мы снимаем очередной ролик. Сегодня с нами Денис будет. Да, будем пытаться съесть шурму. Сначала две, потом, может быть, три. В общем, сегодня у нас что по заданию? В общем, сегодня Денис попробует съесть три шурмы. Три. Это на самом деле очень тяжело, вы не думайте. Даже две тяжело. А, так как вы знаете, что Денис кишкобудничает, да, чуть-чуть. Он сегодня попробует. Говорит то, что две ел он. Ты две ел, да? Да. Вот. Сегодня попробуем сделать три. Ну, мы сейчас заказали две. Потом, если он, ну, сможет, он закажем еще одну. И посмотрим, получится это или нет. Мне самому интересно. Заодно и ты наешься ролик, да? Смешной, да, получится. Ну как смешной? Мне просто любопытно, осилишь ты или нет. Да. Так, ну все, нам сейчас он приготовит, он, человечек. Шурму. И мы приступим. Санька сегодня нету. Санек сегодня лежит готовый, да? Ну, спит, елки. Да. Нормально, ему хорошо, елки. Да. Так что вот такие вот дела. Сейчас нам шурму приготовят и подключимся тогда. Беляши, чебуреки. Давай, все. Так. На, держи камеру. Все. Готовишь нам шурму, да? Не переживай, это свое все. Так. Смотрел. Курочка какая. Ты из напитков что будешь, Денис? Что-нибудь такое. А? Колу возьми или что-нибудь такое. Или чай, что-то подберешь. Я обычно чай зеленый. Иди, бери, бери. Сейчас сразу две возьмем, отойдем туда и день там, и будем снимать. Осилишь, не осилишь, посмотрим. Так, сделали нам вот таких вот две шурмы, но реально они очень здоровые, бля, пиздец. Так, Денис, смотри, телефон доставай свой, сейчас. Секундомер есть у тебя на телефоне? Да. Сейчас засечем, ребята, и Денис приступит. Такие здоровые шумы, смотрите. Так, ну он солидненько так намазал, но он меня знает, поэтому. Можно даже по. Ну что, ты знаешь вообще, где он у тебя есть, находится-то? Короче, давай просто по времени. Пользуюсь. Подожди, давай просто по времени скинем. Время 49 минут. Вот, да. Видишь? 50 минут начинай есть. Только смотри. Потом следом, как две шумы не сможешь еще мешок картошки. Уебать, осилишь, не? Уебать, да. Осилишь, не, мешок картошки. Нет. Все, 50 минут, приступай. Поехали, да? Да, поехали. Задача, Денис, есть как можно, ну, быстрее. Ты сегодня ел что-нибудь? Утром. Утром только. Кто хочет укусить, напишите в комментариях, смотреть, как майонезик текет или что, это сметана. Хуй знает. Подними чуть кепку, что-то так опустят, тебя не видать. Во. Ебать, ты кишкобуд, блядь, ты полшумы уже охуячил, блядь. Ебать, ты ешь нахуй. Мы с тобой будем рекорды ставить теперь, слышишь? Я нашел, кто много питается. Ам. Не, кусать не буду, не буду. Сейчас посмотрим, если вот эту осиливаешь, и вот эту осиливаешь. Третьим можешь. Я лох, мама. Подойди поближе. Опа. Блять, Денис, ты уже всю шурму съел, ты чё, блядь? Да это жестко, да? Нормально. Ну, там еще нибудь мясо нафигачил. Ага. Ребята, вы не подумайте, шурма достаточно большая, он дофига там мяса наложил, то есть это хорошая шурма, ну съедобная, по крайней мере. Но я тебе могу сказать честно, после нее потом изо рта у тебя вонять будет не очень. Насыщение какое чувствуешь, нет? Бля, да тебе вообще похуй. Ой, бля, Денис, ну ты вообще жесть. Так, короче, ты дашь пакет там на пол, там кидай и все, ну, на асфальт. То, что сыпется, это все хуйня, забей. Подойди поближе, далеко не уходи, а ты что-то убил. Блять, как, блять, бесит вот такие, нахуй.
Все, хорош. Первую шума. Прям на. Кидай. Кидай, по-моему, сюда. Все, друзья, первую съел. На время смотреть пока не будем, потом посмотрим. Приступай. Сейчас попить тебе принесу. Шинькол стоит, полгодков есть. Ставь тоже здесь. Что, поехали, родная. Бля, ебать, ты ешь, Денис. Я в шоке, да. Так, вторая шурма, она с дыркой, там, смотри, текет. Ага. Ё-моё. Смотри, сколько мяса. Честно, он тебе такой, ну, плотный, он тебе же... Я чувствую. Вторая тяжелее идет сразу. Ну ты ее даешь по-любому. Тебе по-любому доедать ее. Давай, давай, Денис, не останавливайся. Жуй быстрее. Ты знаешь, как, тебе знаешь, какой совет дам? Старайся больше укусить, по полшурмы сразу. Скинь эту пизду. А ваш хуй. А ваш хуевенький на самом деле. Сыроватый. Ебать, текет на. Ну это мы сейчас уберем все, соответственно. Кстати, уже пол шурмы осталось. Нет, побольше. Третью заказывать, Тиму? Подожди. Как доешь, время остановим и пойдем. Если будешь осиливать, то Денис, тебе надо 3 осилить 100%. Это будет вообще жесть тогда. Ну перекурс чутка. Бля, ебать текет. Я как понимаю, ты больше сегодня есть не будешь уже, да? Мне кажется, я, блядь, и завтра не буду. Что хочешь сказать? Пиздец, шурма здоровая, блядь. Мясо. Это, не, шурма в натуре, блядь. Они еще, смотри, какая же, ну. То бывают такие тоненькие, да? Угу. А это, посмотри, какая широкая, блядь. Вот пить я бы тебе не советовал. Ну, хуя, вот здесь стоит. А. Мы тебе кликуху дадим, кишкоблуд. Не надо. Не надо? Кишкоблуд не надо. Там же просто подписчики заметили, что ты любишь покушать. Так. Могу. Блять, ну вот это жесть, помаху. Как тебе доесть, падла? Не, я обычно одной доедаюсь. У меня уже не лезет. Площадки никого нет, смотри. Одни мы. Какая, да? А? Газель такая. О, есть какая газель, смотри, как фура, блядь. Она и есть. Давай, ладно. Ты не отвлекайся. Все, заказывай третью. Третью с трудом, но пойдет, мне кажется. Ну, с трудом может, да. Ну, с трудом пойдет. Видишь? Потом мне хуёво станет, бля. Ну третью не наспех, потихонечку. За пивончиком, мне кажется, пойдет, да? Ну, судя по твоему, у тебя на лице никогда ни эмоции, вообще, ни одной эмоции нету, блядь. Я не пойму, ты наедаешься, не наедаешься, как-то, блядь, ешь нахуй? Нет, я наедаюсь. Наверное. Наедаешься? Причем пиздец как. Давай, Денисок, давай. Телефон сразу доставай.
Я сразу время посмотрю, сколько у тебя будет. Так, друзья, в общем, такая Денис мобила. Смотрим, сколько время. 50 минут он начал, время 8 минут, он доедает вторую шуму. Кидай, по-моему, сюда. Все. Давай быстрей, чтобы 8 минут ложиться. Вам весь засовый кусок. Ой, бля. А тут же, блядь. У многих вот такой даже мобилы нету, ёпта, а ты с такой мобилой ходишь, блядь. Так, друзья, ну в общем, время 8 минут, Денис съел 2 шаурмы. Получается, на одну шаурму у тебя уходит 4 минуты. Угу. Ну чё, давай прожёвывай, чуть-чуть походи, на пяточках попрыгай там. Надо будет сейчас вот это убрать всё. Опа. Нет, не гинаться страшного. Так, мусор мы сейчас выкинем. Чё ты говоришь? Дай пакет. Я говорю, нагинаться страшно. Не нагинайся. Ну чё? Ты боюсь, шурма захочет смотреть на своего хозяина. Ну чё, говори теперь, как чувствуешь, чё? Пиздец, нахуй. Мне просто, блядь, тяжеловато быстро их есть, нахуй. Ну ты бы быстро съел, да. Третья полезет? Давай третий рекорд поставим, нахуй. Да ты что, нахуй? Давай. Ну дай водички попью, заказывай третью, хуй с ним. Что из этого получится, блядь? Не лопнешь? Лопну. Ну ты скажешь, можешь просто ему сказать, сделай поменьше просто, не такую большую. Ну пускай поменьше сделаю, что. Все, сейчас пойду, ребят. Сейчас чуть, очахну. Попрыгай, попрыгай, может трясется. Попить надо. Сейчас куплю попить. Ладно, пойдем еще одну закажем и тогда все. Да, Денис сейчас будет херово. Денис, пока я заказывал шурму, ты куда там ходил? Кстати, ты случайно не изблевывал, нет? А куда мне блевать? Ну, мало ли. Нет, серьезно, нет. Вот, друзья, третья шурма. Попросил ему сделать поменьше, но она реально... Ну, как реально, блядь? Она большая, нахуй. Но чуть-чуть поменьше. Она не поменьше, она такая же, блядь. Ну, блядь, здоровая, да. Одинаковые, блядь. Здоровая, блядь. Ну, потоньше ему сделать. Ну, чё? Третья шурма, ребята. Давай время сразу. То время мы остановили. 19.03. Можешь начинать есть с 4 минут. Можешь прямо сейчас начинать есть, потому что сейчас уже 4 минуты будет. Скажи подписчикам что-то, Денис. Прям такое слово какое-то. Знаешь, мотивирующее. Скажи, я порву эту шурму, нахуй, я ее съем. Что не съем, ты надкусываю. Не, надо съесть, Денис. Так, ребята, в общем, время 3 минуты, но считай 4. Денис начал. Будем засекать с 4. Сейчас уже по-любому 4 будет. На трубу. У тебя труба, блядь, у многих, нахуй, блядь, хуже, нахуй. Что-то ты в лице поменялся, Денис. Надо терпеть. По-моему, после третьей я точно рыгну, блядь. Не, да рыг, блядь, рыгать сколько хочешь ты можешь. Купил ему, ребят, попить. Я бы тебе пить на самом деле не советовал, ты выпил полбутылки. То есть, блядь. Ты далеко не уходи, куда ты уходишь. На, держи. Давай, Денисочек, давай. Был такой чувак на ютубе, у него кликуха Кишкобуд была, он ел пиздец сколько нахуй. Если три шума осилишь, тебе надо будет кликуху какую-то придумывать, Денис. Не надо. А у тебя есть вообще какая-то? Нахуя ты с водкой ездишь, да? Да. Ну это чтобы. Санька, чтобы спалил, бля. Нет, это я просто положил, чтобы мало ли вы, блядь, такие будет, чтобы вам чуть-чуть это. А, чтобы это. Ну, чтобы чуть-чуть налить, ёпта. Он постоянно за бабки покупает, ёпта. Нахуя за бабки, когда я могу дать, допустим, если у меня есть. Бля, тяжко, нахуй. Ну, торопись.
Opel, как у меня стоит, видишь? Угу. Только у меня синий был. А это тоже турбированный 1.4. 1.4 хуйня полная. 1.4 слабенький. Нихуя он не слабый. 140 лошадей он не слабый. Просто он греется сильно мотор. Там система охлаждения хуёвая. С 1.6, наверное, получше. 1.6, но он послабее. 1.6 там 115 лошадей идет, а в 1.4 140. 1.4 турбированный, а 1.6 он не турбированный. Не, сам не лезет там. Надо, Денис, потихонечку, давай потихонечку. Отдышись. Не торопись. Я тебя буду мотивировать. Группа поддержки. Хочешь, передохни минутку, ёпт. Ничего страшного. Запей и передохни. Передохни. Бля, он такую шуму ебашит, там мясо пиздец. Я же говорю, оно здоровое. А в том, что он ее сделал квадратной, это не значит, что она меньше стала, бля. Я его попросил поменьше, но он сделал как, короче, как ту, блядь. Лаваш-то одинаковый, бля. Нет, лаваш-то может быть одинаковый, но внутри он ингредиентов может убавить, там чуть-чуть поменьше положить. Ну, она такая же толстая, блядь. Посмотрите, ребят, какая толстая шаурма, блядь. Вот, посмотрите, блядь. Пиздец, нахуй. Ладно, Денисок, давай. Мы в тебя верим, подписчики на тебя смотрят. Давай, Денисочек. Насколько сейчас? Дня на 3 наелся? Хуй его знает. С капусткой. Сейчас половина, кто на тебя смотрит, знаешь, как кушать захотели? Ты тоже? Ну вообще я бы укусил, но я это, ну, не хочу шаурму. Я в последнее время ее частенько ел, поэтому... Когда часто ешь, потом не хочется. Не знаю. В Москве работал, только я и пытался, блядь. Шурмой? Ну, конечно, блядь, готовить когда. Желудок посадить можно-то. Утром, блядь. Шурма с кофе, нахуй. Вечером кофе с шурмой, блядь. Какую разницу, блядь. Уже ничего... Покажи, сколько осталось. Уже... Короче, ты ее осилишь 100%. Нет, из пакетика покажи. Короче, ребята, осталось вот столько вот где-то. Короче, он ее осилит. Это дольше. Есса. Я бы не сказал, ты быстрее. Санек бы вообще, мне кажется, одну бы ел минут 10. Получается, если ты вот это выполняешь, следующий ролик будем с тобой снимать 30 сосисек. Или 50. Я 30-то не знаю, плюс сожру, наверное. Мне кажется, съешь. Они мягенькие, они тебе будут залетать только так. Когда же ты, блядь, закончишься? Ёбаный, вот когда же ты в натуре закончится, блядь? Ой, давай постоим. Вот тут чуть сидеть устал. Отдышись. Пиздец, нахуй, полное брюхо у нас. Как огурчики? Свеженькие? Угу. Че, сейчас, может быть, покушаем где-нибудь, заедем еще? Чай будешь? KFC, ёпта. Чай будешь? Здесь просто можно чай в пакетиках, в стаканчике купить. Нет. Ты говори погромче, а то тебя хуёво вообще слышно. Пить, говорю, хочу, ёлки. Она ещё немножко острая, бля. Давай, Денис, два больших укуса и всё. Я облююсь, ну. Не облюёшься, тебе держаться надо. На мужика, блядь. Темно уже у нас, блядь. Давай, Денисок. У тебя же пупок сдулся, вон, ёпти. Не взорви, сок. Ё-моё, как тебя шумы пасёт, пиздец.
Тебе жвачки дать сейчас? Угу. Мне только жвачки сейчас не хватало. Не, ну блядь, а то изо рта будет тебя вонять пиздец, я тебе сразу говорю. Все съел почти. Давай, давай, Денисов. У него же, ребята, все назад лезет. Короче, я надеюсь, что вы, посмотрев этот ролик, поставите Денису лайк, потому что это реально тяжело. Мы обговаривали, что снять можно, и вот предложил Денису такое задание, и Денис согласился, но он говорит, он согласился на две, и третью, если получится. Но вы сами видите, третью, ну, он смог. То есть, сейчас желудок растянешь, хорошо будет. Ага. Ты заебешься меня кормить, нахуй. Приедем к поросятам, я их быстрее сожру, нахуй, я мальчика покатаю. К поросятам, если получится, на выходных поедем. Покажи, сколько осталось. В общем, ребята, вот столько осталось. Ну, вообще ничего. Два укуса. Бля, честно, я в шоке. Я не знаю, как ты столько съел, блядь. Лишнее там, лишнее стрясовое, если не лезет, стрясовое. Вот это вот то, что в руке, ты можешь не жевать, оно у тебя лежит, стрясовое какое-нибудь. Да, не падает. Тяжело ребятам удается, у него уже не лезет. Не торопись. Спокойно, Денис, давай. Кто может сделать так же или подобное, напишите в комментариях, или кто-то делал подобное. Мне самому интересно, потому что, ну, три шурмы. Получается, две шурмы ты съел за 8 минут, а третью ты ешь минут 7 где-то, да? Сейчас, а мы сейчас посмотрим. 4 минуты начал. Это, ребята, пустой пакетик, там ничего нету, там один, одна, блядь, один соус. И выпил 0,5 чая. Еще плюс 0,5 чая выпил в натуре. Так, ладно, собирай мусор, Денис. Выкидывай мусорку и иди в стол. Фу, ебать, бля, говорю, жуткая вещь, нахуй, блядь, не ожидал, что третья, нахуй. Ну, две я хавал, бля, ебать. А вот третья я не ожидал, что так тяжело пойдет, блядь. Я еле запихнул, нахуй. Я говорю, боюсь, машину садится сейчас, блядь, сяду, нахуй, поедет, блядь, и все. И прям в окно, все, к соседу на лобовое. Пьет, Денис, ребят, спрайт. Блять, 0,5 всосал воды и плюс еще сейчас 0,33 и литр, считай, воды, нахуй. Пить хочу просто, пиздец, от нее. Все. Так, друзья, в общем, прошло где-то у нас сколько? Минут 20 пошло, да, с момента того, как ты поехал? 20, наверное, минут 10. Наверное. Ну и что, как ты себя чувствуешь? Хуево. Очень хочу, а мне не лезет, блядь. В общем, где это, Денису, Денис говорит, ему нравится, ему хорошо. Охуенно. Ой, блядь. Да, сейчас отойдешь. В общем, если вам понравился, ребят, такой ролик, стоит, блядь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да? Всем удачи. Да. Всем пока. Да, попробуйте съесть больше. Попробуйте съесть 5, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Да, 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 да. Все, пойдем. Понесемся мешок картошки. За меня понесешь нахуй вместо мешка. А, Денис, тебе сейчас надо мешок картошки донести на третий этаж. Еще лучше, ебать. Надо было сначала мешок картошки отнести, а потом собрать. Зачем? Это же легкий путь. Мы легких путей не ищем. Легких путей не ищем. Да. Идем все время в отход, да? Да, сложными путями. Да. Готовим тебя в морпехе, так что ты не бойся. Вообще, ну, морпеху шурмы не кормят, блядь, да так, чтобы.